Усе маніпуляцыі вось на гэтым маніторы. Хірург аперыруе і назірае адначасова. Аргонавы коагулятор, які за лічаныя секунды спыняе крывацёк. Апарат інгаляцыйнай анестезіі. Магчымасці гомельскіх хірургаў выходзяць на прынцыпова новы ўзровень. Современное оборудование это влияет на качество операции, продолжительность операции, после наркозного введения больных. На таком оборудовании, конечно, должна быть и подготовка специальная, потому что современное это оборудование рассчитано на малоинвазивные операции и быстрейшее выздоровление для пациентов. Тамара Лещенко у этой больницы не упершиню. Жанчына перенесла складанную операцию. Кажа, зараз умовы у хирургичном отделении такие, что нават при добром самоотчувании покидать больницу не хочется. Я была, операция мне проходила до ремонта. Естественно, условия были намного хуже. Ну а здесь, в этот раз я пришла в больницу, я, естественно, сама не узнала. Лучше не бывает, как в этой первой больнице. Больница хуткой допомоги – найстарейшая у регионе. Яе будавали яшчэ за сродки княгини Ирыны Паскевич. Будынок, у яким размястился новый операционный блок, былы интернат для медиков. Капитальный ремонт протягивался 3 года. Из мясцового бюджета выдаткавали амаль 3 миллиона рублей. Каждый день у приемное отделение и травмопункт Гомельской больницы худкой медицинской допомоги звертаются каля 230 человек. Прикладно половину из них шпитализуют. Экстренная операция у нас проводится днем и ночью в праздники и будни. Мы никому не отказываем. Наш принцип – никому не отказать. Мы оперируем в течение суток 15, 20 до 30 человек. С этих всех операций порядка 35% мы все операции выполняем лапароскопически. Это хирургический блок, это гинекология, это травматология, это урология. Яны працуют 24 годины 7 дзён на тыдень. Сёння медицинскую допомогу тут оказывают круглосуточно. Дарэчы, не глядячы на ремонт и незручности, лечебный процесс не спынился ни на хвилину. За год лечения у этой больницы проходит больше, чем 20 тысяч пациентов. Сярод их не только жыхары Гомеля и Гомельского района, але и громадяне інших краин. Вольга Халадович, Виктория Шумак, Александр Мурашкин, телерадиокомпания «Гомель» при поддержке АТН.